В столичном УЗЭкспоцентре начали работу сразу две экспозиции. Одна из ведущих в Центральной Азии – 20-я юбилейная международная выставка строительства «УзБилТашкент-2019». Традиционно открывает новый строительный сезон, определяя его главные тренды. Здесь представлен весь спектр продукции, услуг и оборудования, а также архитектурные решения в комплексе. Характерной особенностью нынешней бизнес-площадки стала высокая посещаемость, активная поддержка министерств и ассоциаций, а также участие рекордного количества ведущих компаний. В свои профессиональные залы пригласила экспозиция, где представили современные технологии в системах отопления, кондиционирования, водоснабжения и охраны окружающей среды. О том, чем привлекли участники, расскажет Дильфуза Мадаминова. От кирпичика до крупных строительных объектов. Так можно охарактеризовать выставку «УзБилТ». На площадках УзЭкспоцентра развернулась большая стройка. Самую современную технику и технологии, интерьер и дизайн последнего поколения, инновационные архитектурные решения представляет 251 экспонент из 22 стран мира. Главное отличие этого года – это, конечно же, рост площадей. В этом году выставки заняли все выставочные павильоны НВК УзЭкспоцентр. А также это, конечно, обширная деловая программа. В рамках выставки «УзБилТ» будет проходить первая международная строительная конференция, различные семинары. Таким образом, это не просто выставка, а уникальное бизнес-пространство с богатыми возможностями для профессионального общения. А тематические разделы демонстрируют строительную индустрию как на ладони. К примеру, экспозиция «Строительная техника и технологии», разместившаяся на открытой смотровой площадке, представляет широкую линейку крупного строительного оборудования. Динамика и масштаб строительных работ в Узбекистане отразились на расширении географии стран и количестве компаний-участниц «УзБилТ». В этот раз дебютирует 117 компаний среди традиционных стран-участниц и Италия. Второй раз мы представляем здесь наши продукты для укладки керамической плитки натурального камня, гидроизоляция, теплоизоляция фасадов, прочие материалы. На сегодняшний день Узбекистан является бурно растущим рынком, очень привлекательным для иностранных инвесторов, для иностранных компаний. Мы ожидаем найти новые контакты, надежных партнеров в Узбекистане, наладить деловые связи и начинать нашу деятельность, внедрять самые передовые технологии и системы на рынок Узбекистана. О значительной активизации строительной индустрии Узбекистана убедительно говорит и тот факт, что в нынешнем году в экспозиционном форуме дебютирует солидное количество отечественных производителей. Это 22 компании, специализирующихся на выпуске различных видов профильного оборудования и материалов. По традиции, параллельно с «УзБилТ» разместилась экспозиция 8-й международной выставки «Отопление, вентиляция, водоснабжение Акватерм Ташкент».